Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу вам показать, как вы сможете сами на своем участке изготавливать шлакоблоки, тротуарную плитку, садовые столбики. Вот это тротуарная плитка. Это шлакоблоки разного размера и формы. Это садовый столбик. Все это вы можете делать сами, без специального оборудования на своем участке для своих нужд. Для постройки каких-то помещений, гаража, погреба, хозяйственной постройки, бани и даже дома. Все, что хотите, можно делать из таких блоков, без специального оборудования. Справится даже ребенок и женщина. Всю подробную информацию вы найдете в моем курсе, который стоит всего 289 рублей. Все подробно описано, как изготавливать. Все описано в этом курсе. Он недорогой. Я попытался сделать его компактным, понятным. И показал на примере, как это делаю я. Приобретайте, изготавливайте шлакоблоки, тротуарную плитку, столбики и многое другое. Все, что хотите, все сможете сделать сами для своих нужд. Применять такую плитку можно в садовых дорожках. Оформление прудиков, как вот у нас мы применили. В бордюрах